здесь, что самое тяжелое утверждение разведчиков, это то, что они говорят, что такому низкому человеку, как ты, Творец помочь не может. Что делать в таком состоянии? Творец помогает всем. У него есть силы и для самого-самого низкого человека. Ему тоже помочь и тоже его поднять. Сказано, и Моше был тоже смиренным очень. И это не причина. Поднимать руки и покинуть поле боя, достигая свойства отдачи. Но как бы в этой претензии они отключают его от Творца. То есть в том состоянии человек, даже если он знает то, что вы сейчас объяснили, в том состоянии он как бы это утверждение перевешивает. Но все-таки, как сказано, все кроме выхода. Человек должен использовать абсолютно все, еще и еще раз, даже самым-самым пассивным образом. Тем не менее, он остается в этом. Он может оставаться в действиях, продолжать производить действия. Ну, предположим, в действиях. В намерениях нет, но только в действиях, да. Тем не менее, нет действий без намерения. Есть какой-то маленький процент намерения, все равно есть. Как будто что я хочу спросить. Самое тяжелое — это забывать, что ты Исраэль, и что есть Творец, и с ним ты должен связаться через товарища, через все. В тот момент, когда он отключается от Творца, то, что он выходит, допустим, из десятки и остается один, так это уже... Уже у него не будет кого-то, кто будет его поддерживать и воевать с ним. Тут ничего не поделаешь. И поэтому так и сказано, все кроме выхода, только не уходи.